Октябрь подарил всем болельщикам «Рубина» сразу несколько приятных событий. Казанцы пробились в четвертьфинал Кубка России, обыграли несколько серьезных соперников в чемпионате страны, а также завоевали уважение всего футбольного сообщества после матча в Грозном. Ну и, конечно же, в этом месяце не обошлось без красивых голов. Нижнекамск «Нефтехим» и футбольный клуб «Рубин» предлагают вам выбрать самый красивый гол октября. Подключившийся в атаку Набиуллин подхватил на фланге уходящий мяч и направил его точно в центр штрафной. Максим Канонников лучше остальных сориентировался в непростой ситуации и красивым ударом отправил мяч в сетку ворот. Подбор за Набиуллиным, подача, удар и гол! Максим Канонников! Претендент номер два. В этом мяче также не обошлось без участия Набиуллина. Левый защитник, пробежавший с мячом полполя в завершении своего слалома, решил нанести удар по воротам. Мяч отрикошетил от игрока крыльев и попал точно на ногу Ткачуку. Денис не пожадничал и выдал пас конфетку. Рачине оставалось только попасть по пустым воротам. Раздвигает это пространство ближе к штрафной соперника. И то ли удар, то ли прострел. Голевой момент. И 2-0. Рубен Рачина. Третий гол ворота самарцев был забит в лучших традициях Рубина образца 2009 года. Только в роли Домингеса и Бухарова теперь выступают Рачина и Жонатас. Испанец в одно касание вывел форварда на ворота, а гренадер умело воспользовался своими габаритами, оттеснив защитника и пробив пустой угол ворот. Классика снова в моде. Заброс вперед, выход один на один, может быть организован удар, гол! Гол, 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 Жонатас! Гол, забитый Рубином в ворота Терека, яркий пример старого футбольного правила. Мяч летит быстрее любого игрока. Рубин прошел все поле в три касания. Бурлак, Бауэр, Жонатас. Красота в простоте. До 18-я минута матча Рубинска-Хабаровск еще долго будет сниться в кошмарах игрокам гостей. Именно на этой минуте Рубин все же смог взломать оборону армейцев. Саму Гарсия с подачи Эльмира Набиуллина забил свой первый гол в России и сразу же подарил нашей команде путевку в четвертьфинал Кубка. Навес Набиуллина. Бьет по воротам и гол! Гол забивает Рубин на 28-й минуте саму Гарсия! Игра с Локомотивом стала одной из самых напряженных в этом месяце для Хави Грассии и его команды. Во многом поэтому гол, забитый Максимом Канунниковым, команда и тренер отпраздновали так рьяно. То ли на дальнюю штангу подача, то ли в центр. Это пас, центр и момент! Еще один удар и гол! Максим Канунников, самый расторопный на добивании. Денис Ткачук в этом сезоне застолбил за собой место не только на левом фланге атаки, но и право на исполнение большинства стандартов команды. В игре с Лока полузащитнику удалось поучаствовать сразу в двух забитых мячах. Вторая комбинация получилась особо яркой. Ткачук и Жонатас – соавторы очередного гола Рубина. К слову, Жонатас забивает уже пятый мяч в сезоне. Опасность около ворот Лока. Предыдущий стандарт голу привел. На дальнюю штангу подача, удар и гол! 2-0! Жонатас! Нижнекамск «Нефтехим» и футбольный клуб «Рубин» представили вашему вниманию все забитые мячи нашей команды в прошедшем месяце. Именно вам предстоит выбрать лучший гол «Рубина» в октябре. Свой голос вы можете оставить в официальном сообществе «Рубина» ВКонтакте. Внимание, голосование началось.